Ребята, наверняка многие из вас занимаются музыкой или мечтают самим создавать музыкальные шедевры. Но как вы знаете, это занятие довольно дорогое, но на любимое дело зарабатывать деньги можно всегда. Как, например, сделал я, когда стал ставить букмекерской компании MostBet. Делай как я, регистрируйся на сайте БК MostBet, это займет у тебя максимум 20 секунд. Получай самый большой бонус на первый депозит среди российских БК, 15 тысяч рублей. Я занес 10 косарей и сразу получил 15, а потом за пару часов поднял в 3 раза больше. А чтобы не париться с сайтом, просто скачай себе приложение. 15 тысяч рублей по ссылке внизу. Я понял, что не стримил, не в этот, как это, прямой эфир, блять, уже, наверное, 2 месяца не делал. Поэтому почему бы и нет? Давненько мы с вами не отвечал, я точнее, на ваши вопросы, да? Вот это вот блогерская парашева. Поэтому вот. Если вам что-то интересно, вы можете узнать это прямо сейчас. Вот. Новых видосиков уже нету 20 дней. Но ничего страшного, правда. Здравствуйте. Сразу заранее на вопрос про икса отвечу. Я очень чертовски обожаю его творчество. И, в принципе, его как личность. И вот впервые, наверное, мне так неприятно внутри и грустно от того, что умер какой-то, ну, другой человек, ну, незнакомый мне человек, скажем так. Вроде совсем недавно проводили Лил Пипа на Небушка, а сейчас еще и такое. Ну, это пиздец, по-другому никак не скажешь, по-другому не скажешь. Это ужасно. На пчелку. Ну, Башкортостан же, блядь. На пчелку похож. Новое видео. Знаете, скоро. На этой неделе, я думаю. Расскажу вам немножечко, куда я пропал, чем занимаюсь, что вас дальше ждет, нас, вас, всех. Здорово, Сарик. В общем, ёбаный в рот. Так, окей, вопрос нашел. Песня про Юру не выйдет, потому что... А нахуя? Кстати, Юра-то молодец. Прям вот бухать бросил и начал действительно интересные вещи снимать. Это круто. Юра красавец. И Неон Бой тоже красавец, прям горжусь нахуй. Хотели бы вы что-нибудь узнать, или я пошел отсюда нахуй? Окей. Я, наверное, вот поэтому и
Не люблю прямые эфиры в инсте, и давно их не делал, и, наверное, не буду опять, потому что, ну, хуй знает. А зачем? Что, куришь? Да ничего, самокрутки обычные. Футбол тоже не буду смотреть. Не понимаю эту игру. Как сказал однажды величайший Янг Трапа, я не могу понять, как взрослому мужчине, который занимается делами, зарабатывает деньги, в теории может быть интересно, как 20 потных парней катают мяч по полу. Здравствуй, Стефан, здравствуй. Я прекрасно. О, вот интересный, вот мой любимый вопрос. Когда Easy Rap? Давайте договоримся так. В следующем видео я на это отвечу. Договорились? Все, в следующем видосе я вам скажу, когда второй сезон Easy Rap и что вообще там вот это вот все такое. Договорились? Договорились. Я сейчас готовлю нечто очень интересное. Давайте скажем так. Бля, я думаю, что телефон такой горячий? Чел, сука, я его просто на солнце держу. Пиздец. Новый трек. Слушай, давай посмотрим, когда в Москве буду. Вот, о чем я говорил. Я готовлю один очень интересный, хуй знает, даже проектом это не назовешь. Давайте просто я вам такой маленький инсайдик сделаю, что скоро будет вот совсем прям что-то интересное. Блять, ну вы заебали, я про икса уже сказал. Я в ахуе вообще, если честно. Я вчера, когда, ну, блять, только увидел эту хуйню, я просто в ахуе, блять, я не верил в это говно. Я до сих пор не верю в это говно, я хуй знает. Икс, он был, ну как сказать, и даже на него посмотрел, сука. Ну вы понимаете, это гений, это как бы не рэпер нихуя. Это музыкальный гений. Как вот, это прям не потеря фанатов, это потеря человечества. Это потеря всего человечества. Потому что это целая эпоха, блядь, я хуй знает. Но эти треки, это будет классика, это классика. То есть, понимаете, как мы до сих пор слушаем, например, Red Hot Chili Peppers, там Guns N' Roses, Sum 41, я хуй знает, Ramones, да, Nirvana, блядь. Вот так же и через век будут Тентасиона слушать. Как гения, как классика. Вот. Как даже мы сейчас слушаем, наверное, Моцарта, возможно, так же. Это как ебучий Илон Маск был для человечества. Так что это пиздец. Перестаньте спрашивать, я заебался об этом думать, нахуй. Я заебался. Давайте о чем-нибудь более позитивном. Угу. Бля, Нариман, и ты туда же. Ничего. Ебани Изи Рэп на икса. Блять, сука, неужели такие люди существуют? Ебаный в рот. Подпишись, пожалуйста, нахуй. Сейчас дайте я коктейль открою. Попить. Коктейль заряжен.
Нихуя не покажу. Нихуя у меня усищи, блядь, да? Стилёк. Пизда. Как вот, блядь, читаю чат, знаете, и думаю, ёбаный в рот. Чё бы за хуйня? 4500 человек и такая хуета. Да уж. Как ты думаешь, каково сейчас Иксу? До свидания, друзья. Это пиздец.